Данная территория у нас как бы отрезана от Владимирской. Я имею в виду улица Амелькова, Ленина, где у нас находится привоз и другие магазины. Жителям приходится по грязи, поэтому постарю с детьми, с колясками постоянно его пересекать. А когда здесь будет построен сквер, в данном сквере предусмотрено благоустройство детской спортивной площадки, значит, пешеходные дорожки, дорожки для велосипедистов с карманами, скамеек для отдыха нашего микрорайона, наших жителей. По проекту сквер школьный раскинется от улицы Владимирская до Ленина. Общая протяженность более километра. Проект предусматривает озеленение, установку скамеек и освещение, пешеходную дорожку. С потеплением жители района собираются устроить здесь субботник и очень рассчитывают, что их проект наберет большее количество голосов. Мы всех наших жителей нашего микрорайона просим зайти проголосовать за благоустройство общественной территории по программе «Городская комфортная среда», которая находится в нашем микрорайоне 3А-3Б. Напомним, проголосовать за одну из 14 территорий можно будет 18 марта. Для этого будут работать 55 счетных комиссий. В третьем микрорайоне такая расположится в 7-й школе. С полным списком территорий, участвующих в программе, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaporegion.ru.